Всем привет, ребятки! Мы сегодня будем в Брикриксе тестить самую-самую быструю машину. Эта машина разгоняется до 60 тысяч километров в час. Это абсолютный рекорд. Я, например, быстрее машины пока что не видел. У меня там есть, конечно, машинки еще очень крутые. Они там разгоняются и по 30, и по 40, по 50 тысяч километров в час. Вот, но это реальный рекорд, абсолютный рекорд. 60 тысяч км. Вот, естественно, если разгоняться по диагонали. Так, если по прямой... Вот этой вот точечки, где я сейчас стою, и до края карты, приблизительно сейчас разгоняется в районе 40-50 тысяч. Вот, возможно, что-то с физикой поменяли, из-за этого я решил перезаписать этот видосик, возможно, уже будет и не 60 тысяч, а 50 чем-то тысяч, например. Вот как раз я решил записать, потестировать, потому что последний ролик у меня на канале про быстрые машины выходил... более месяца назад, полтора месяца назад где-то примерно. Это было очень-очень давно, да его почему-то мало тогда человек посмотрело. Надеюсь, этот ролик много-много людей посмотрит. Давайте мы под этим роликом наберем 300 лайков. Вот, я еще что-нибудь подобное запилю с очень быстрыми машинками, у меня их там еще достаточно много. Ну и погнали тестировать. Очень классно выглядит. Называется Rocket Sled. Типа... такая вот ракетная установочка. Двигателей, кстати, не так уж и много. 2... 6, 8, 10. 10 двигателей всего лишь. Ну и давайте тестировать. Моментально просто она стартует. Так, что-то отвалилось. О, не-не-не-не-не, тихо-тихо. Все, мы потеряли скорость. Мы потеряли скорость. Это была неудачная у нас попыточка. Давайте мы еще раз сейчас попробуем. Во. Это уже получше у нас попытка. Посмотрим, на что эта сейчас машина способна. В настоящих реалиях Брикрикса. 30, почти 7 тысяч километров в час. 37 тысяч. Так, мы уже идем на сверхзвуке, на гиперзвуке. Короче, очень-очень большая скорость. Так, опять она рассыпается. Вот почему-то она рассыпается иногда. Снова мы затормозили. Ну и давайте в последний раз. Вдруг повезет. Вообще можно тестировать вот такие вот всякие машины очень-очень много раз, и все-таки однажды она разовьет просто рекордную скорость, там, может не 37 тысяч, а 40 тысяч разогнаться. Что-то да, с физикой сделали, что-то она уже не особо так, как раньше, летает. 35, 36, ну, 37 вот сейчас, да, было, 37 там с копейками. Окей, это достаточно круто. Вот, теперь давайте-ка мы, наверное, с края карты ее протестим, а потом уже будем по диагонали, погнали. Вот, край карты, посмотрите, как он выглядит. Кстати, а если долететь там до угла, угол очень далеко, да, еще далеко, ну ладно, пофиг, там пасхалочка есть небольшая, позже я вам ее покажу, когда будем с диагонали лететь, ехать, как хотите, так и называйте. Возможно, там она еще и осталась. Окей, все, поехали. По прямой, думаю, намного будет больше, главное не зафейлить. Уже 20-арик. Так, 30. 35, 36. О, давай дальше. 40 есть. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 тысяч. Больше 50 тысяч. Это просто офигеть. Это реально просто огромнейший результат, как для машинки вот такой вот. Так. Край карты, вот он, летим сейчас мы к нему. Так, ну давайте еще раз. Вот здесь вот. Вот, все. Слегка даже мы будем по диагонали, ну, по такой вот небольшой ехать. Офигеть, просто такой звук дичайший, посмотрите. Ой-ой-ой, что-то у нее подлетало. Ох-ох-ох-ох-ох. Она подлетела, нет? Ай, блин. Ох-ох-ох, это что-то аж все двоится, да? Ой, так много вот этих всяких квадратиков, черных, белых. Куда она подлетела? Посмотрите, куда она улетела. Просто офигеть. Окей, давайте сейчас еще разок. Поехали. Одна всего лишь передача, к сожалению. Можно было бы переключать скорости, я думаю, было бы намного-намного лучше. Во-во, давай. Хорошо пока что все идет. Пока еще ничего у меня не отвалилось даже. Что это там внизу виднеется слегка? Вы это тоже видите? Такое чувство, как вода какая-то, да?
Закат и вода. О, тем временем 45, 46, 47, 48, 49, 50 тысяч. Ну, это пока что рекорд. Ну да, по прямой 50 тысяч, это очень большая скорость, как по мне. Вот. Если у вас есть побыстрее машинка, если вдруг такую нашли, либо сделали, вот, в мастерскую ее добавляйте. И ссылочку, пожалуйста, в комментариях. Найду я такую машинку, обязательно добавлю к себе и запишу с ней ролик. Ну и заодно протестируем. Погнали. И теперь по диагонали. Посмотрите, тут есть небольшая пасхалочка. Do not feed. И такой вот зомбак у нас. А что у него написано? Brains, please. Типа мозги, пожалуйста. Так. Ну, прикольно, кстати, выглядит. Мозг такой. Его шатает слегка, да? А, он даже живой. Да, он, походу, слегка даже жив. Или мне показалось. Ну окей. По диагонали. Вы видите, диагональ. Наблюдаем. Да, слегка мы, правда, от нее отошли, от этой диагонали. Надо было левее брать, ну ладно. Или мне кажется, или просто настолько все быстро происходит. О, что это сейчас было? Отвалились наши детальки. Эй, эй, что ты... Топливо закончилось? Охренеть. Топливо просто взяло и закончилось. Раньше же такого у нас не было. Почему? Почему такое произошло? Охрененно просто. Так, снова диагональ. Вроде нет. Давайте еще слегка мы вот так вот более заспавним, наверное. Оу, да, все, поехали. Так, топливо у нас на фуле, я это вижу. Тратится оно очень быстро, посмотрите. Ну и скорость у нас уже большая, очень большая. Почему так резко топливо заканчивается? Вы это видели просто? Оп, и закончилось. Видимо, что-то отвалилось. Блин, топливо сейчас закончилось. Да, топливо закончилось. Мы даже 50 тысяч не дотянули. Баки отлетают, что тут ломается из-за этого. Просто мы не смогли 60 тысяч километров в час достигнуть. Ну окей, еще разок. Попыточка, еще одна. Давайте сейчас мы посмотрим. Я хочу, чтобы мы все-таки достигли 60 тысяч километров в час. Что сделали с этим топливом? Или что-то в машине поменяли? Теперь вот баки какие-то. Вот много у нас сейчас топлива. Сейчас начнет оно отваливаться, вот эти вот турбины начнут отваливаться, и просто у нас топливо сразу же начнет заканчиваться. Ну ладно, ладно, в принципе реалистично, не спорю. Я люблю реалистичность в играх. О, 45 тысяч, все нормально идет. 50. За 50, есть, все, побили рекорд пока что сегодняшний. 55, 56, 57. 57, 57, даже там было 57,5, почти 60. Предыдущий у меня был рекорд 59 с чем-то, по-моему, но это, в принципе, тоже достаточно близко. Ой, давайте еще разок, давайте, давайте. Просто идеальная диагональ, все. Снова мы разгоняемся. Скорости, к сожалению, ну нельзя переключать, почему? В принципе, это же ракетная машина из-за этого. В чем есть прикол, я заметил то, что все вот эти вот машины с максимальной скоростью, да, в игре. Ох, 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 как топливо. И все, мы взорвались. У них нету колес. Колеса будут отлетать, они будут лишними. Ой-ой-ой, мы прямо за нашей этой пролетели. Вы это видели? Посмотрите, какая огромная скорость. Офигеть. Вот это скорость. Там бы чувак, наверное, уже сгорел бы такой скорости и переломался бы от такого удара. Сейчас будет край карты. Вот оно, край сейчас будет. А нет, мне показалось. А ну-ка, мы сможем долететь, а ну-ка, до края карты или нет? Ну, на такой скорости, капец, как он... А ну-ка. От первого лица хочу посмотреть. А, это типа есть от первого лица вид у меня? Так. О, еще немножко ему, да? Нет, все, он останавливается. Да, он останавливается. И вот здесь он остановился. Было прикольно. Ну, еще раз сейчас мы попробуем. Еще раз. Поехали. Все, надеюсь, сейчас машинка наша не развалится. И все будет замечательно. Я заметил, когда она не прыгает, а вот просто скользит, тогда все просто замечательно. А как только она начинает немного подпрыгивать, она начинает разваливаться. Во, вроде все нормально. 37. Все, не буду смотреть даже на спидометр. Просто... О, середина карты, середина карты. А у нас уже почти 50 тысяч. Давай, давай, разгоняйся. Еще половина... Почти, ну уже, конечно же, меньше. 57. 57,5 тысяч километров в час. Видимо, это пока что рекорд в этой игре.
ну, на данный момент я имею в виду. Был, конечно, у меня рекорд буквально полтора месяца назад, в сентябре, на этой же машине 59 с копейками, там почти даже 60, а буквально немножко не хватило до 60, а я как-то не на запись развивал скорость за 60 тысяч километров в час. Ну и в качестве подтверждения, вот вам запись, небольшой кусочек, отрывок с моего предыдущего видоса по этой машинке, полтора месяца назад, который я записывал, вот здесь вот. Я сейчас вам все покажу, как же я все-таки достиг такой максимальной скорости 60 тысяч километров в час. Слегка что-то в физике поменялось, вот какие-то баки вроде добавили. Может, они, конечно, и были, но что-то раньше я не замечал. Баки никогда у меня не отваливались, топливо не заканчивалось. А теперь что-то оно, вот это вот все появилось, отваливается, топливо заканчивается и так далее. Реалистичность, конечно, плюс игре, но не всегда. Вот, например, для этой машинки как раз немножко не хватает, чтобы... В принципе, это и так абсолютный рекорд. Вот чтобы 60 тысяч, чтобы вот прямо сейчас была планочка, немножко не хватает. Возможно, это у меня. Возможно, вы смогли и больше 60 тысяч развить скорость. Если да, то пишите в комментариях, какая у вас была максимальная скорость вообще в Брикриксе на какой-нибудь машинке, возможно, на этой. Сразу же поехали. Блин, уже сразу же она разваливается. Даже еще 15 тысяч не было. Воу-воу-воу-воу, ни хрена себе. О! Главное, чтобы второй двигатель не отвалился. И то будет вообще прям все хреново. Ох! Если бы еще немножко левее, мы бы прям туда влетели. Вот, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ну, можно, в принципе, ролик назвать 60 тысяч километров в час. Немножко еще, вот буквально попыжиться тут, пострадать. И у нас будет 60 тысяч километров в час. Короче, примерно предел вообще в игре это 60 тысяч километров в час. Где-то примерно так. Думаю, у вас, у некоторых получится это число выбить, да, на этой машинке. Кстати, на все машинки есть ссылки в описании. Ну, на все самые-самые быстрые, а не те, которые там буквально на 3000 или на 2000 разваливались. В принципе, на этом все. Рекорд сегодня у меня в ролике был 58 тысяч километров в час, то есть буквально 60 тысяч километров в час. Думаю, если вы немножко тоже вот так вот постараетесь, думаю, выжмите 60, и, возможно, даже с копейками 60 тысяч, там 61, 62 тысячи. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно реально подписывайтесь. Давайте 300 лайкосов наберем. Пишите в комментариях максимальную вашу скорость, пишите идейки в комментариях для будущих моих роликов. Обязательно я читаю все комментарии почти под каждым видосом. Да что, в принципе, почти, я под каждым видосом читаю комменты, смотрю ваши идейки, которые вы пишете, отбираю самые лучшие, и мы их потом записываем вместе с Мишей, Серегой, с Леней и так далее. Вот. Ну и пишите обязательно, точнее скидывайте в комментарии прямо под этим роликом свои мега-мега самые-самые быстрые машины в Брикриксе. На этом я точно с вами теперь прощаюсь. Все, всем пока-пока.